Куми лишь на четвертом месте по площади растущих лесов. По этому показателю нас опередили Иркутская, Костромская области и Пермский край. Отметим, 73% территории нашей республики – это парма. А в той же Иркутской области леса занимают 80%. Есть в нашей стране регионы, которые не могут похвастаться зелеными легкими. Так, в Калмыкии лес занимает меньше 1% от территории региона. Вот такая многообразная у нас страна.